За минувшие сутки в Якутске произошло 3 ДТП, в результате которых 6 человек пострадали и 1 погиб. Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось около 13 часов вчерашнего дня. В дежурную часть столичного ГАИ поступило сообщение о столкновении 3 транспортных средств на перекрестке Билибина и Сергеляхского шоссе. Предварительно установлено, что возле дома 1/1 в шоссе отдыха 70-летний водитель автомобиля Toyota Wish, следуя со стороны Билибина в сторону Сергеляхского шоссе на перекрестке неравнозначных дорог, совершил столкновение с автомобилем Nissan Laurel под управлением 34-летнего мужчины, который следовал по Сергеляхскому шоссе в сторону микрорайона Борисовка. В результате удара пассажир автомашины Nissan Laurel, который сидел на переднем пассажирском сиденье, от полученных травм, несовместимых с жизнью, до приезда скорой помощи скончался на месте. В результате данного дорожно-транспортного происшествия травму получили 4 человека. Это 2 пассажира автомашины Nissan Laurel и сам водитель данной машины. И 27-летний водитель, управлявший автомашиной Toyota Succeed. Материал по факту дорожно-транспортного происшествия передан в следственные органы.